Почти 700 миллионов рублей направят в этом году на ремонт и строительство объектов культуры края. Так, например, в малонаселенных селах появятся центры культурного развития. Они должны заменить большие и не особо востребованные, а потому закрытые ДК. Об этом говорили сегодня на заседании коллегии Министерства культуры. Руководители культурных учреждений из городов и районов края, более 200 человек, обсудили результаты работы в 2018 году и планы на будущее. В этом году по национальному проекту «Культура» выделено более 480 миллионов рублей. Отремонтируют 10 домов культуры, создадут 6 кинозалов и модульных библиотек, а также оснастят оборудованием 30 школ искусств. Но все это в ближайшем будущем. А сегодня лучшие работники культуры года, 20 человек, получили награды по 50 тысяч рублей. Отметили сотрудников музеев, библиотек, лучших педагогов и актеров театров. 2 апреля будет 31 год, как я работаю именно в этом театре. Приехал в 88 году после окончания училища. Так и остался здесь. Он мне нравится, мой театр. Я его называю моим.